Турецкие болельщики претендуют на звание самых эмоциональных и небезразличных. Спортивные состязания – это шоу не только на площадке, но и в первую очередь на трибунах. Баскетбольный матч между стамбульскими Галатасараем и Фенербахче закончился массовыми разрушениями в городе. И так здесь происходит каждый раз, рассказывают местные. Все подробности в вечерних выпусках событий.